Приступаем к полу. На пробковую подложку укладываем паркетную доску с верхним слоем из массива дуба. Он броширован и покрыт несколькими слоями полуматового лака, который защитит пол от истирания. Благодаря замковому соединению дополнительного крепления не требуется. Мы можем подвести первые итоги. Полностью закончена отделка этого помещения. На полу паркетная доска. Нижний слой из каучукового дерева. Его древесина не впитывает влагу и считается очень прочным и долговечным материалом. Ну а сверху массив дуба, покрашенный в цвет степной полыни. Вот такой черный с благородной сединой.